Всем привет из штата Аризоны. Сейчас мы идем вот в этот ресторан, называется P.F. Chang's. Это китайский ресторан такой. Находится он, вот там видно highway. Находится он, ну почти что скажем, в степи. Вон там вот ничего нету, так и посередине получается такое место. Вот. Вот там сзади интересная такая статуя лошади. Вот такая лошадь. Здесь вот это вот. Это вот позади ресторана, получается. Или, ну, непонятно, вроде здесь тоже вход есть. Но мы зайдем с другой стороны. Просто я хотела показать вот эту лошадь. Вот там вот наши горы виднеются. Так, вот здесь такая дверь. Получается. Там тоже так, вот нас посадили на такой диванчик. Вот здесь у нас такой диванчик, покажу. Внесли такие меню. Здесь у нас такие китайские штучки. Там вот какая-то статуя китайского воина стоит. Такое интересное темное место. Здесь темновато, так такие вот такой фонари горят, получается. И вот над нами такой тоже красный фонарь. Hi, how we doing tonight? Так, вот здесь вот меню. Вот можно посмотреть. Я зайду. А вот тут можно посмотреть, какие цены здесь вот сбоку вот, вот написано, например, цена. Так, вот здесь, например, тюна татаки, вот 10.25. Например, вот, вот тут вот Nossan Style Spare Ribs. Ribs — это ребрышки, 10.25. Ну, в общем, такие цены, пределы таких. Здесь вот подороже уже идут. Здесь я вижу, что креветки вот здесь 17.25. Так, вот здесь вот цены у нас рис 8.75, нудлс это макаронные изделия, вот они 8.25, 12.25. Ну, примерно вот такие вот тут цены. А вот тут вот тоже еще покажу. Вот тут есть пиво, вот цены на пиво вот здесь вот. Вот такие вот. Вот они. Так, вот здесь у нас кофе, чай. Так, вот мы сейчас заказали. Вот пиво нам принесли. Вот в таком вот. И воду, естественно. Я заказала без льда. Вообще вот всегда со льдом все заказывают. Муж заказал со льдом. Crazy white man with ice water. Вот такое вот пиво он интересно. Indian Pale Ale. Вот это его любимое пиво. И вот принесли нам кусок апельсина и лимоны для пива. Ну, сейчас мы еду еще закажем. Так, вот нам сейчас принесли аппетайзер. Мы еще как бы сказали просто аппетайзер. Это как сказать? Аперитив. Принести. Вот такую вот штуку нам принесли.
You ready? Okay, ready. Вот сейчас мой муж будет что-то делать для него. Так. Is it chicken? Yes. Это у нас курица, такая рисовая лапша. И капуста, она уже, она не, ну как сказать, приготовленная немножко, видимо, в воде или... И вот соус там какой-то сверху. Так, и вот так получается кушаю. Так, это у нас такой аппетайзер. Впереди. Так, я сейчас попробовала вот эту лапша. Это не лапша, а она сухая. Вот получается. Такая вот рисовая, как палочка сухая. А вот это пекинская капуста. Вот так. Вот нам принесли еду. Здесь, получается, я заказала grilled salmon. Salmon – это рыба. Вот на гриле, получается. Здесь вот такую штуку принесли. И вот там принесли нам коричневый рис и белый рис. И мой муж заказал опять вот это, потому что он у нас на диете, много не кушает, поэтому вот решил опять как бы овощи. Ну, вот так вот выглядит этот ресторан. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!